Привет, привет! Я рада вас приветствовать у себя на канале. Добро пожаловать и приятного вам просмотра. Сегодня у меня будет обзорчик на мой заказ из Avon. Заказ формировался спонтанно. Мои клиенты захотели докупить что-то по этому каталогу. У меня уже было два заказа по этому каталогу. Каталог «Ноябрь». В этом каталоге у нас вернулся бестселлер «Аромат Тризель», но в этом заказе у меня его нет. Я сама им пользуюсь. Вот он у меня стоит, Тризельчик. А в следующем каталоге он будет у нас побюджетнее. Я своим клиентам об этом рассказала. И у меня есть заказ. По-моему, у меня три ароматика забронировали уже. Не знаю, будут ли они в наличии, не будут они в наличии. Сейчас они подороже, но шли как бы с подарком, с маской и с кремом для рук. А в следующем каталоге они идут побюджетнее, но без подарка. Как по мне, так лучше взять даже без подарка. Я сама взяла себе с подарком, вы об этом видели. Вы можете посмотреть все мои распаковки на канале. Заходите, смотрите, есть плейлист Avon, есть плейлист «Ароматы». Ну и, в общем-то, посмотрите, погуляйте по моей страничке. Так, ну что, я хотела сегодня снять болтательное видео, но, наверное, не буду. Не знаю, у меня сегодня такие двоякие ощущения, друзья. Если вы ждете прям сразу распаковку, а вы видите, я сегодня хочу поговорить. Во-первых, у нас выпал снег, и я сегодня откапывала дважды машину. Прям такой приличный снег, сантиметров 20. Сейчас он еще до сих пор идет. Во-вторых, сегодня попала в комментарии к блогеру. Такие сразу дискуссионные. Ну, наверное, я писала сегодня об этом в своем телеграм-канале. Кто знает, кто подписан, мы с вами там кое-что обсудили. Я высказала свое мнение по поводу там всяких дискуссий. Ну, наверное, сниму, может быть, как-нибудь влог или что-нибудь, какую-то болталку. Потому что, боюсь, сейчас до распаковки у нас с вами не дойдет. Так, ребят, коробочка небольшая. Давайте посмотрим, что у меня здесь заказали. Кстати, я себе здесь тоже кое-что заказала. Ну, уж очень хотелось. Доставка 109 рублей. Это доставка на один из моих номеров. Первая там была доставка рубль, а второй заказ уже идет по тарифному общему плану. Так, ребята, смотрим, что у меня в заказе. Заказ на самом деле небольшой, но все, что необходимо, все, что попросили, я все заказала. Итак, у меня написала знакомая моя коллега, мы раньше с ней работали в магазине в одном, а сейчас она работает в другом месте, но так как у нас городок небольшой, и она мне написала, причем тут городок, да, собственно говоря. В общем, она мне написала, что ей нужен шампунь. Шампунь «Абсолютное питание». Она мне выслала фоточку. Сейчас эти шампуни по 299 рублей. Это у нас идет с органой и кокос. Мне этот шампунь очень нравится. Мама моя также себе его, по-моему, заказывала в прошлом каталоге. И хорошая цена, и средний объем. Единственное, почему-то, я не знаю по какой причине, а кондиционеры выпускаются только в маленьком объеме 250 мл. Я не знаю, в чем проблема разлить, например, сюда же тоже кондиционер в большой объем. У меня клиенты спрашивают, а я не знаю почему. Я говорю, я не знаю почему. Она сначала заказала кондиционер и шампунь, а потом она сказала, давай два шампуня вместо кондиционера. Так что поэтому два шампуня в заказе. Вот так это выглядит. Очень приятная отдушка. Вообще, Advanced Technic мне нравится. У них такая приятная отдушка. Знаете, не то, что какая-то травяная, она пахнет именно косметикой для волос, как в салоне, как в парикмахерской. Такой уход профессиональный. Да, господи, подбирала слова. Так, еще один шампунь у меня в заказе. Глубокое очищение. Вот такой я ни разу не заказывала. Тоже постоянный клиент попросила взять. 299 рублей. Вот такой шампунь. По-моему, он в одной из распаковок уже был в начале месяца. По-моему, я уже, друзья, я уже сама не помню. Эта же клиентка повторила два крема. Вот такие кремушки. Это лимитированное издание прошлых коллекций. Сейчас этот крем также выходит. Это с маслом авокадо. Крем выходит и в постоянной линейке, то есть он есть на постоянной основе, там нарисована авокадо. Также сейчас выходит лимитка у нас, я себе в следующем каталоге все-таки, наверное, возьму. Я почему-то не взяла, а вот надо, ребят, надо. Я себе решила, что я возьму себе крема, которые с открытками зарублены. Мне не нравятся, они выглядят красиво, можно вместо открытки подарить соседке в конце концов или какой-то приятельнице. Ну, я себе лично возьму. Эти кремики по 99 рублей с последней странички распродажи.
с авокадо. Клиентка сказала, ей очень понравилось, и сказала, надо повторить. Ну, мы, собственно, и повторили. Так, еще у меня попросили еще один аромат Today. Это уже четвертый Today в этой распаковке. Ребят, про аромат Today. На самом деле, когда я сейчас снимаю распаковку, я мало рассказываю вам про сами ароматы. Либо это обзор должен быть, ну, так как у нас распаковка. Я почему-то не считаю необходимым, либо я уже забыла, либо вы мало пишете комментарии по этому поводу. Про аромат Today. Ребят, что такое за аромат? У меня, кстати, есть Today еще в старом оформлении. У меня почти треть флакона еще. Да, треть флакона. Почти, наверное, две трети я использовала, точнее, одну третью. И этот аромат очень многие пишут, что он узнаваемый. Хотя я бы так не сказала вообще, я ни на ком сейчас вообще его не слышу. Аромат очень яркий, аромат очень шлейфовый, очень. Там очень богатая пирамида. Многие пишут, что он им пахнет липовым цветом и немножечко отдает там 10-15 лет назад вот таким уже вайбом, немножечко возвращенным в прошлое. Но я бы так не сказала, когда сама зарегистрировалась в Avon, я себе взяла три аромата из классики, вот эти все Tomorrow, Today и Always. Кстати говоря, я вам вчера в своем телеграм-канале показывала. У меня также есть Always. Tomorrow тоже есть, я его достану. Очень настоялся. Смотрите, как он изменил цвет. Очень приятный аромат пудровый. Ребята, пудра. Здесь роза, здесь пудра. Уходовый, приятный аромат. Ну, безумно просто. Я сейчас достала его использовать, потому что, так как коллекция выросла парфюмерная, я как-то сетевые иногда оставляю, пользуюсь люксом. Но сетевая парфюмерия ни капельки, некоторые ароматы, ну, не уступают даже некоторому люксу. Но на самом деле это не мое мнение, это мнение многих парфюмовлеченных людей. Потому что я сама смотрю отзывы, смотрю обзоры, что некоторые ароматы есть прям такие жемчужинки золотые в коллекциях, какой-нибудь досетевой аромат. И часто очень именно или Today, или какой-нибудь из Farway, у таких людей есть хоть один-два ароматика, но есть. Это у людей, у кого нишевые и люксовые парфюмы. Так вот, аромат Today очень диффузный, очень громкий. Я думаю, это в свое время не просто так был самый популярный аромат, да. Также можно взять, попробовать пробник, миниатюру. Они выпускаются в разных объемах. Мне нравится, что в Today выпускают 30-ку, такую же, как и полноразмер. Маленький такой кубик. Красиво смотрится флакончик. Флаконы вот выполнены в таком вот оформлении. Толстое, хорошее стекло. Кстати, сейчас они не знаю, где выпускаются. Вот интересно мне, где они сейчас выпускаются. Я знаю, что новый аромат Тризель, вы у меня спрашивали, я вам говорила, выходит в заводе на Рафаминск, поселок Новая Ольховка. Там есть завод, очень большой Avon, и он уже очень давно там, эта вода выходит там. Где выходит сейчас Today, друзья, я не знаю. Вы, наверное, заметили, да, что я, наверное, соскучилась по вам и много болтаю. Почему нет? Если вам надоест, вы можете выключить, а вдруг кто-то хочет посмотреть. Вот я сейчас даже не вижу, где он произведен. А, Россия, Московская область, Нарофоминский район, поселок Новая Ольховка. Там же в этом заводе производство Россия, друзья. В принципе, у нас, по-моему, вот в европейской части, в России это один завод. Может быть, это еще завод есть, я не знаю. Просто этот завод, я лично знаю, где он находится. Мы там часто мимо ездили, у меня там родственники живут. Сейчас мы просто реже туда ездим. Я даже знаю, где этот завод находится. Так, Today. У меня есть обзор на этот аромат. Если вам интересно, вы можете посмотреть. Он один из популярных у меня обзоров. Когда я начинала вести канал, я снимала про эти ароматы. Прям покупала сама себе именно в коллекцию. Только начинала знакомство. Года два или три, наверное, назад. Висит у меня такой популярный, кстати, один из популярных роликов на моем канале. Так, ребят, ну что, мы добрались. Я себе взяла вот это все клиентам отдам, а вот это я взяла себе. Это новогодняя лимиточка. Вот так это выглядит. Перламутровый вот такой гель. Да, он стоит 179 рублей. Но я люблю гели Avon. Мне нравится не только Avon. Я вообще разные гели люблю. Мне захотелось попробовать эту отдушку. Здесь меня очень завлекло описание. Друзья, здесь указан аромат карамели, миндаля и ванили. Еще и натуральные экстракты. Ну, разве это не прекрасно в новогодние такие дни? Кстати, я уже заканчиваю пол-литровый гель, который сияние, в пустых баночках вы увидите, который с малиной, с фиалкой такой, да, он уже успел надоесть, потому что пол-литра это много.
Так, кремовая фантазия, друзья. Тоже сделан у нас в России производство. Изготовитель, Россия. И здесь действительно есть экстракты. Не все просто так. Да, здесь есть экстракты. Они не на первом месте, но и не в конце. Здесь есть кокосовое масло. Olive fruit oil, то есть оливковое масло, да. Sweet almond – это миндаль, миндальное масло. Citrus grandis – grapefruit экстракт, вот так. Мандарин orange экстракт. Еще здесь kelp экстракт, plumeria flower экстракт, apple fruit экстракт и Andaria пиннатифида экстракт. Ребят, здесь много, правда, каких-то экстрактов. В общем, давайте посмотрим, послушаем, что это такое за запах. Так, это такая консистенция, вот такая кремовая. Зачем я это сделала? Пойду сейчас руки мыть. Ребят, я хочу понюхать его. О, это пахнет карамелью и сгущенкой и какими-то печенюшками. Ваниль, такая сливочная ириска. Очень хочется мне его скушать. Прям намазать на печенье и с какао скушать. Очень приятная душка, буду мылиться. Это вот мне. Да. Клиентам отдам, друзья. Если интересно, полезные ссылочки найдете под видео. Пишите свои комментарии, ставьте пальчики вверх. Можете пальчики вниз, если я вам чем-то не нравлюсь. Комментарии у меня разные бывают. Друзья, меня уже, наверное, мало чем пробить, потому что настолько мне вообще уже стало, знаете, у меня такое броня, так сказать, уже появилась. Мне все равно на плохие комментарии, я умею на них реагировать. Так что можете ставить пальчики вниз. Все. Я с вами прощаюсь, я желаю вам хорошего настроения. Мне надо сегодня еще почистить третий раз снег около машины. Муж поможет, конечно же. Ну и я ушла отдыхать. Всем пока, до скорых встреч.